Друзья, у нас ситуация СОС. Искалечил, значит, почти убил. Лишил шанса. Мы не знаем, что с ребенком. Это покажет только осмотр завтра. Но для того, чтобы этот осмотр состоялся, нам нужна ваша помощь. А еще я хочу спросить вас. Всех, друзья, хочу спросить. Скажите, вот... Что, по-вашему, быть добрым – это подбросить коробку под чужой забор и переложить все проблемы, которые Бог дал вам, чтобы проверить вашу человечность? Переложить эти проблемы на других? Что вы об этом думаете, друзья? Перед вами Мури. Ей всего 3 месяца. Ее так искалечили, что почти убили. Я прошу вашей помощи для обследования ребенка. Возможно, нужна будет стабилизация. И дай Бог, чтобы ребенку нужна была операция. Чтобы не поставили завтра на ней крест. Не дай Бог. Я так устала от боли, ребята. Я реально очень-очень устала от боли. Вы с нами?